Татьяна Паниковская. Итак, вы убедились, как прекрасно цветут абрикосы. Спасибо, не искалечила. Вторая фотография. Третья фотография. Почему? У меня таких фотографий уже сотни, и казалось бы, чем она отличается от других? Я упор делаю на косточки. Здравствуйте. Вот. Эта переписка мне прислали. Я к ней отношения не имею, ни одной запятой не исправлял. Здравствуйте. Если вы имеете в виду тот, который выросил из косточки из Сибири от Железова, в этом году первый год были опылители. Плодов намного больше, чем ранее. Вот. Ну, что я скажу? Знаете, манжурцы? А? Сейчас тут можно будет воротить? Южные вот такие. Кстати, южные это... Мы уже обошли южан. Вот никогда на всей моей памяти 20-30 лет идет экспансия плодов. Сразу Средняя Азия, а мы тут напротив рядом. Вот. Экспансия идет. Никаких суперплодов у них нет все эти годы никогда. Сливы, да. Абрикосы мы давно обогнали. У нас абрикосы не отравлены, у них отравлены. Я бы предпочел именно вот такие вот. С легкой кислинкой. Вкус необыкновенный. Вот. Соки, компоты, варенье. Витамины, какие хотите. И плюс еще и это. Можете косточки грызть, то есть разбивать, раскалывать. То, что я делаю каждый день. Как видите, живой. Вот это вот видели. Вот очень удобно раскалывается. Вот. И повезло. Но все-таки будущее, за, если их превратить сеянцы. И я говорю, у меня конкурентов нет, у Сергея нет. Во всей стране десятки миллионов каждую весну, ну и поменьше осенью, сажутся, продается мертворожденных. Ребята, заводите мини-питомники, всем говорю, и это же самое, ну, там, фамилия. Вот. Заводите мини-питомники, распространяйте по соседям. Надо, чтобы оздоровить нацию. Когда-то я был в шоке. Китай еще 10-20 лет, это 20 лет назад, вот, данные с первых рук, закупал, тогда еще были живы питомники на Дальнем Востоке, Приморье, в Хабаровском крае, скупал огромные партии саженцев, привозил в Китай и раздавал людям, заметьте, купил за государственные деньги, раздавали людям. Это называлось оздоровление населения, что посадили. Посадили и ели свои фрукты. А нам только трава, все. Вот это вот когда-то, может, государство к нам повернется, может. А пока, ребята, мини-питомники, я ей сами говорю, тест самое. Вот тебя, Лена, дочка, тебя никогда не накормит это самое, твой университет. Вот, потому что это всегда будет остаточный принцип. И никуда не деться с навыками, с технологией, которой я тебя познакомил, научил. Вот. Ну, это самое. Я тебе столько косточек поручил, и не первый раз. Пожалуйста, заводи питомник, выращивай, продавай. Это ж, я же не случайно. Я даже к ней обращаюсь. Вот. Никто не прокормит, сама себя корми. К сожалению. И, конечно, в Москву с хорошим этим гонораром на тот самый телеканал никто тебя не возьмет. Нет, возьмет. Но вероятность, я же математик хороший, вероятность 1%. Вот. Вот эти пусть будут такие во всем Красноярске. Пусть будут под моей фотографией, под моей характеристикой манжурского абрикоса, подчеркиваю, дважды в Красноярске у вас там продавали молдавские абрикосы, которые наверняка уже давно все мертвые. Красноярск, они давно все мертвые. Но продавали под моей фотографией, называли манжурские. В одном случае цена была 300 рублей, реклама, вот она мне присылали из Красноярска. А в другом случае 800 рублей. Вот. Ну, не знаю, вдохновил, нет. Жить за своим трудом и как-нибудь выживать. Потому что это не жизнь. Мы сибиряки живем в колонии. Остаточный принцип. Вот.
Еще раз, я выращиваю из косточки и семян от железного.